Так, всем привет, друзья. Давно не виделись. Появилось немного время, зашел поиграть. Так, в чате я написал, там, если в чате кто есть, возможно, зайдут. Так, Фирус, привет. Я увидел. Так. Че, звука нету здесь? В наушниках у меня нету звука. Так, как так? Мне показалось, я в наушниках не услышал звук. Не, не слышу. Ай. Ну давайте вот так вот сделаем. Так, параметры звука. Это где-то здесь, что ли, динамики. Так, что ли? Edifier. Так. Клавиатуру надо убрать. А я опять не слышу звук. Ты, ёмалки-палки. Где он, блин? Вот параметры звука. Динамики, edifier. В чем дело-то? Я что-то не врубаюсь. Это же не в OBS проблема. Мне надо, чтобы я в ушах слышал. А я в ушах не слышу. Так. Проблема. Что там нас бьют уже? Где-то рядом. Ну главное, вы слышите, а что еще надо нам? Больше ничего не надо. Никого я не причесал. И все. Моза, где они? Вижу. Блин, без звука неинтересно, конечно. Там еще кто-то есть. Моза, да? А, не, не Моза, другой кто-то его шлепнул. Так, меня-то хоть слышно? Ну, вроде да. Подсвечиваем парням. Сейчас отсюда к нам пойдут. Они запомнили, где мы. Один там в углу бегает. Один где-то там, короче, у нас в тылах. Ай, попал, нифига. Блин, мне так казалось, что я сейчас прям должен его снять. Ну, плохо, конечно, у меня звук мимо.
Давай, выйди. Кто-то у нас на задах бегает. Вот он. Да, блин. Есть. Я его снял. Блин, чужие головы мешают. Давай, выйди. Желтый. Ух ты, молодец. 14-2, нормальный счет. Ну, прикольная рождаемость такая, рядышком все. Короче, на... О, нифига, Моза, молодец, 17-3. Он что, читы включил? Нормально сыграл. Блин, жарко. Под софитами. Что-то бесперебойник даже пикнул, нифига. Кондёр. Электричество забрал. Не успел проголосовать. Все, наверное, воду пили. Блин, вчера шампуром себе мясо насаживал. И шампуром в палец себе. Сегодня что-то побаливает это место. Решил их тёлку. Ладно, может. Что-то дела. Кто, откуда? А меня так еще сзади кто-то стрелял. Да, блин. Где? Он меня ждал. Видите, ребят, как четверых не бывает. У него шестое чувство. Не был какой-то.
сразу, видишь, как зацепляет. Вы видите, да, я только выхожу, вроде в кого-то, и это, начинаю стрелять, но меня перестреливают. А мне еще показалось, что интернет желтый. Заметили, он желтый. Может, из-за этого? Может, из-за этой вот, блядь, наклейки? Ну ничего, вроде нормально. Мне это не напухает. Давайте, братва, кто там с кем? Я в чате общался. Фирус. Заходите, пацаны. Звук хоть появился. Три. Один, два, три, один, два, три. Сейчас вроде нормально. Сбалансировался. Надо повыше кресло, что ли, сделать, может? Хорошо.
хорошо ориентируется моментально. Последнего забрал. Класс 50-48. Ну, Фирус, молодец. Молодец, вообще класс играл. Well done. We won the match. Кузяка. Надо и на YouTube что-нибудь залить-то уже. Давно-давно ничего не заливал. Тут работы много. Вообще отбился от рук. А еще рекламу отключил на этом, на Ютубе для иностранцев. И он мне получается, ну как, про этот проект уже не очень интересен. Деньги, конечно, когда поступают, это, ну, такое, ну, хороший стимул. Чего не говори. А я эту сотку снял, перевел через один банк, там получилось. Так смотрю, сейчас просмотров мало. И стимула такого нет уже. Потом, думаю, Россия смотрит без рекламы, а иностранцев там получается совсем мало. Нет смысла вообще их мучить. Нельзя вот так взять, на активно нажать и отметить. Туда пошел противник. Туда пошел. Конечно, очень удобно. Нажал на всю, показал, где противник. Друзья. Так немножко подранил. Airstrike called. Да, хорошо, блядь, нет. Thank you.
обязательно я погибаю. Я убивал. Там человек и игрок уже 15 на 1. А я если выхожу, обязательно погибну. Фирус, блин, ну... Так получилось. Смотри, я вообще не играл. Это просто вот так вышло, надо было тебя убить, а? Вообще. We won the match! Всю игру отмечкарился где-то, тут вышел и на тебя. 3-2. Что за игра? 3-2. А у тебя, слушай, тоже 4-7, что? Тоже с интернетом что-то. О, ну, когда вот такие игроки, тут да, конечно, начинает какое-то преобладание. Кто-то тащит, кто-то в хвосте. Вот, конечно, если бы этот игрок так не тянул, что он 19 или сколько он там набил, ну что-то много, то игра была более так ровненькая. Time for action. Что нас закидывают в разные, блин. Don't interest. Блин, тут столько мяса. А только было такое нечистое место. Победили, нифига. Ну я 6-4 хотя бы. У тебя даже лучше счет, Вирус. 6-3. Ну, победили, смотри. Опять это, да? Ну просто вот из-за него. Он что-то это. Шустряк какой-то, короче. Ну это надо как-то, чтобы мне против него поиграть, посмотреть. Я сразу скажу.
Что там у меня? 25 минут. Давай я это выключаю, следующий запускаю. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Или заходите на следующий, еще пока-то заходите на следующее видео. Все.